и невежда. Трудился при церкви святого Хада в Тамворте. Был монахом. Не стоило мне уходить. Святой Хад умер с топором в руке? Его чтят за то, что он избег топора. Жаль, что я не сделал этого сам. Не сошел с пути жестокой чести. Однажды о старых богах забудут. Боже, прости меня грешного.